ничего. Таков девиз нашего сюжета. История этой марки началась более 130 лет назад. Но и по сей день автомобили Mercedes-Benz узнаваемы и пользуются особой популярностью во всем мире. Бытует мнение, но на самом деле неправильно, что автомобили были названы в честь дочки одного из основателей, или Карла Бенца, или Готлиба Даймлера. Но на самом деле в истории присутствует еще один человек, зовут его Эмиль Еленек. Он был тоже одним из руководителей компании Mercedes. Переводится с латинского как «дары» или «милосердие». На самом деле Эмиль Еленек он называл все именем Mercedes, включая всем, что он владел. То есть у него были корабли, автомобили, казино и, соответственно, всех своих детей. То есть некий псевдоним он потом также взял себе. За время своего существования компания сделала не один десяток серьезных технических прорывов и буквально перевернула представление об автомобилях. Еще в 1934 году, благодаря неожиданным идеям, Mercedes обогнал конкурентов. Автомобили, участвующие в гонках, должны были весить 750 килограмм. И вот на тот момент автомобиль Mercedes был тяжелее 2 килограмма. Чтобы уменьшить вес, за ночь люди из команды Mercedes непосредственно убрали верхний слой краски, и машина из белой превратилась в серебряную. И в итоге победила гонку. И получила прозвище «Серебряная стрела». В России же «Мерседесы» обрели популярность в лихие 90-е. Модели в кузовах W123 и 126, а также легендарный «Кабан» до сих пор ассоциируются с плохими парнями. Культовый гелик быстро стал любимцем криминальной элиты. Впрочем, сегодня его считают уже классикой автомобильного мира. Фольксваген любят за его харизму. Это автомобиль-легенда, которая уже на протяжении... почти более 30 лет и известен тем, что он не меняется в дизайне, он всегда узнаваем. Конечно же, это его известная на весь мир ручная австрийская сборка, его внедорожные способности. Автомобили S-класса стали воплощением роскоши и комфорта. Во многом они опережали свое время. А в 93-м году компания выпустила серию компактных представительских машин C-класса. Любовь к этой марке мне привил еще с детства отец, поэтому можно назвать меня фанатом данных автомобилей. Я считаю этот автомобиль лучшим по надежности, по управляемости, по комфорту. Садясь за руль этого автомобиля, я полностью ему доверяю. Можно сказать, мой верный друг и товарищ. Ну а мы с нетерпением ждем презентации новых моделей и уверены, что они займут свое место в автомобильной истории.